Добро пожаловать, это видео прохождение игры под названием Crysis. Первая часть. Я прохожу игры, меня зовут Никита, всех приветствую. Давайте начнем. Один игрок, сюжетная линия, новая игра. Так, офицер, спецназ. Подсветка атакующих, наведение оружия, прощенный бинокль. Противник говорит по-русски. Ну что, может, не по-русски что-то говорить? Давайте я выберу офицер. Уровень сложности 75%. Здесь показывается, насколько наш костюм универсален, насколько прочен, на какие способности он может применять, да? То есть это регенерация, прочный костюм, который невозможно просто так пробить пулями. Это считай человек и костюм в едином теле. Так, я извиняюсь за сторонние звуки, надо отключить. Конечно, мы играем за человека, но вроде бы наш герой все время молчит, так что назвать его человеком я не особо могу, я только могу сказать, что мы играем за костюм, за робота, который сам все делает. А тот, кто находится в нем, ну, я не знаю, сколько управляет, может, минимальный процент он управляет, а так все делает за него робот. Так, загрузка, ну все, готово. Сейчас будем лететь. 7 августа, 20-й год. Я играю в эту игру в 20-м году, так что это для меня удивительно. То есть уже предполагали, что такие костюмы будут в 20-м году, но я такого не видел, так что, видимо, нет. Не дождались пока что. Семь дней спустя. Острова Лингшан, Филиппинское море, 14 августа, 20-й год. Говорит командир. Высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно гроза. Отбой! Вас понял. Значит, радар брали. 3 минуты до высадки.
Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа «Хищник», подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски! Графика после этой игры до сих пор на высшем уровне. По сигналу. Внимание, даже 5, сейчас играю, 4, 3, 2, 1. Пошел! Давай, что мы будем? Самый последний? А, вот. Так, ну вот, летим. До встречи на земле! Надо приземлиться. К нам укажутся пацаны, да. Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за какую кнопку? Парашют! Чёртов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм должен погасить удар! Недостаточно энергии. Нома, доложи обстановку! Так, я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. То, что выключу, начну видеть. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка! Всех здесь! Уже на марше! Я хочу иду в зону высадки. Посмотреть. Отсек, не вижу твоего сигнала. Подождите. Субтитры есть? Вот, субтитры, а то... Ответь, прием. Потому что непонятно, что это будет. Отсек, ответь! Черт! Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи ацтека. Значит, у нас разные способности, которые мы можем использовать во время игры. Все посмотрим, как и что. Так, задание. Найдите и освободить заложников. Армия КНДР оккупировала остров в Филиппинском море. А, Филиппинском море. Доктор Розенталь. А, Розенталь, я чуть не вижу. Буковки. И 4 американских археологов захвачены в заложники. Ваша задача освободить всех 5. Выберитесь на берег, найдите шута. Вот карта, вот шут. Все. Ясно, но. Так. А, там пройдем, да? Сейчас посмотрим. Так, все. Сейчас попробую первую какую-нибудь способность. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Быстро тратится. Так, Т, рукопашный бой. F это что? А вот его. Чтобы брать предметы. Проверь глушитель. Глушитель. Так, все. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Так, сейчас присядем. Максимум брони. Молись о смерти, Янки! Где, где? А, вон. И потом, а. Достаточно энергии. Конечно, против такого костюма обычные люди, я не знаю, как будут справляться. Я думаю, никак.
Все, что ты? Чего не помирает? Да ты уже должен умереть. Так, да. Что? Вроде убил. Так, нет, будем со своим оружием. Даже свой глушитель есть. Хотя можно на другое оружие, я думаю, надеть, но... Пророк, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Так, идем к какому-то шуту. Так. Чего? А, это свой. Давай, пошли. Я хотел стрелять. Куда? Что такое? Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Пророк, помоги! Чего там? Номат, шут! Ты стрелишь, или? Живо! Номат, включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Чёрт, что это? Ну, я понял. Так и где? Вот здесь? Где он? Так, наших... Боже? А, что нет. Что же тут случилось? Наши все в костюмах. Ты слышал? Что будет? Не нравится мне это. Сукин ты сын! Нашего чуть-чуть. Ответь, что повесили. С Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. О. Черт. Никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номат, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняй, пророк. Пробел в режиме силы. Максимум вот. Силы. Подожди, впереди какое-то движение. Включи вас. Максимум скорости. Сейчас мы вас всех пристрелим тут. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Да без проблем. Номат, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Выведите из строя генератор помех. Так, игра сама сохраняется. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Так, как достать бину? Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. О.
Тихо, тихо, ты чё то? Я все слежу за местом, а то мне может не хватить, чтобы все заснять. Игра сохранилась, что? Ё, что такое? Так, тихо, тихо, ты чё это? Где он там? Я его не вижу даже. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Давайте броню. Сюда могу? Нет? Да, ну ладно. Да что такое-то? Тихо, тихо! Так. Ну да. Сюда! Тихо. Ого, вот это мы летаем, а? Стрели его. Чё он не убивается? Да что такое-то? Не пойму. Выбрал офицер. Так. Почему-то еще FPS проседает, когда я вот туда выхожу. Вот. Мы обнаружили корейцев на побережье. Нас такого вида что. Да я хочу быстрее припить. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. А что вот это? А. Так, это что? Я что-то видел. Вижу градар. Да все, все. Что они долго убиваются. Да. Так, так. Ну, отлично. Да что? Так. Броню. Максимум брони. Я все никак не могу увидеть, где. А, ну. Давай быстрее, быстрее. Так, а что здесь? Чего нету? А вот эти что ли? Тихо, тихо, тихо! Застрелялся, а? Я все никак не могу привыкнуть. Управление попасть. Подожди. Так. Пробую еще раз. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. А, вот он. Да, как-то по-тихому. У меня же есть что-то маскировка, да? Вот это? Маскировка активирована. Сейчас кончится, конечно. Недостаточно энергии. И тут было максимум чего? Брони. Надо поосторожнее. Маскировка активирована. Во-во. Ищите, ищите. Ищите. Так и могу вот так. Стоп. А. Ого. Максимум брони. Ё-моё. Достаточно. Круто, круто. Так. Чего они? Помогите кто-нибудь! Максимум брони.
Маскировка активирована. Как мне тебе надо вышку отключить? Максимум брони. Так. Все. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. А, вон туда. Так, скорость. Максимум скорости. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Долго тут идти. Конечно. О. Черт, они вызвали подкрепление. Да к тебе идут войска противника. Да у меня слишком мало здоровья. Стойте. Я еще не готов. Я не готов пока что. Подождите! Чуваки, пожалуйста! Подожди. Я передохну тут. Так, и сейчас сделаем. Маскировка активирована. Делаем. Сидите сюда. Максимум. Все. Нормас, да? Достали. Ты кого? Что такое-то, а? Маскировка. Ты чё? Как их там бить-то? Бросил, всё. А, Т, всё. Так, стой. На, по башкете. Ты кого? Как они меня так прибивают-то быстро? Ой. Не ожидал, что так легко будет мне. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Точно посложнее, чем во второй части играл. Там не так. Или это все за сложности, я не знаю. Приедут. Где они? Давайте. Маскировка активирована. Че, не приедут, что ли? А, их быстро убил, максимум поэтому они брони. Не успели сообщить. Так, конечно, лучше побольше маскировочки. Тут полегче. Смена режима огня. А, по несколько патронов, что ли? Сейчас посмотрим. Ну что, я вижу, они там стоят. Тут, а, вот. Вот. Можно всех обозначить, да? Вон там. Ну-ка, вот так могу. Оп. Они даже не понимают, что происходит. Ну, ты умрешь. Такой живучий-то. Ну, куда ты смотришь, а чего? Так, патроны. У меня патроны кончились. Что у меня еще есть? А вот пистолетик. Надо оружие взять, которое у них там было. Да ты чё? О. Опять. Дофига их, а? Маскировка активирована. На, умри. Тихо, тихо. Костюм может пострадать. Так. А мы сделаем так. Оп. Маскировка активирована. А, да, куда? Ночью по оружию. На, вот и все. Надо им в бошку стрелять.
Ой, ой, смотри, как оружие, а. Это да ты чё? Совсем? Со своего пулеметика стреляет по мне. Маскировка. Да, давайте возьмем. Тут тоже мало патронов. Максимум брони. Подожди. Вот, 27 всего, шаг 47. Ну, похоже, я не знаю, точно ли. Да, есть, схожесть. Тихо! Взорвись давай. Ой, а у этого, стоп, сейчас. Маскировка. Будет стрелять по мне. Вот, все отлично. Так. Тебе конец. Тебе конец. Все, умер, нет? Внимание! Сигнал бедствия идет из долины в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо окопался. Понял, пророк. Так, поехали на тачке. Прям GTA. Опа. Да. Че тратится-то свою энергию все. Блин, на исходе всегда. Ну что так поедем-то все. А как будут атаковать, включу броню. Хотя бы ненадолго. О, вон еще. А, я вообще себе раздавлю. Воу! Так вообще легко. Вон еще. Ой-ой-ой. А, нет, нет, так, тихо. Тихо, тихо. Надо пока что засесть за ним. Так, сколько у меня патронов? Мало патронов. Пистолет. Один патрон. Патронов вообще нет. Да у них. Красть. Ну. Ладно. Все? Ну, еще достаточно энергии. Давай, опять нету ничего. Придется. Так, пистолетик, один патрончик. Где вы там? Хер разглядишь-то, а? Еще гранаты бросают. Где вы там? Один патрон. Один хэдшот. Для видео-то надо сделать. О! О, видели, для вас, короче. Сказал же. Ты чё? Thank you.